Я ведь, собственно говоря, сторона в этом деле. Я действовал более из желания угодить. Меня, конечно, погубит мое доброе сердце. Ну, до погибели вам еще очень далеко, Игнатий Ильич. Это неизвестно. Ну, действительно, мое положение скверное, неловкое. Я Большенцова сюда привел по просьбе Натальи Петровны. Я ответ ему сообщил, с ее позволения. Теперь, с одной стороны, на меня дуются, словно я глупость сделал, а с другой стороны, Большенцов мне не дает покоя. Его избегают, со мной не говорят. Ну и охота была вам, Игнатий Ильич, взяться за это дело. Ведь Большенцов, между нами говорят, попросту глуп. Экую вы новость изволили сказать, Михаил Александрович. А с каких пор одни умные люди женятся? Уж в чем? А в женитьбе-то дуракам не следует хлеб отбивать. Вы говорите, я за это дело взялся. Да не брался я за него. Оно ведь вот как было. Приятель просит, ну замолви за меня словечко. Что, мне отказать ему, что ли? Я человек добрый, отказывать не умею. Ну, я обращаюсь, мне отвечают. Покорнейше благодарим, не извольте беспокоиться. Я более не беспокоюсь. Потом меня же поощряют, мне предлагают. Я повинуюсь, на меня негодуют. Ну, скажите, в чем я виноват? Да кто же вам говорит, что вы виноват? Я просто удивляюсь одному, из чего вы так хлопочете. Из чего? Человек мне не дает покоя. Ой, полноте. Да, потом это мой старинный приятель. Ну, это другое дело. Ну, ладно, я вижу, вас не обманешь, я с вами хитрить не намерен. Ну, хорошо. Он мне обещал. Да, он мне обещал. У меня престижная на ноги села, так он мне обещал. Что, другую престижную? Нет. Целую тройку. О, давно бы сказали. Но я бы никогда не согласился быть, конечно, посредником в таком деле, если бы я не знал его за абсолютно честнейшего человека. Да я и теперь-то только, собственно говоря, хочу одного. Пусть мне скажут, да или нет. Подождите, что там уже до этого дело дошло? Да нет, ну что вы. Речь идет о том, чтобы ездить, посещать. Ну а кто же это может запретить? Для кого другого, да. А Большенцов это невинная душа. Прямо из золотого века острее, только что тряпки не сосет. Его надо как-то поощрить, понимаете? Потом его намерения, они, конечно, самые благородные. Ну да, и лошади хороши, а? Да, и лошади хороши.